Новым директором парка «Дубовая роща» назначен Олег Комаренко. Соответствующее распоряжение подписал городской голова. Представил нового директора трудовому коллективу заместитель мэра Владимир Волобуев. Он работал заместителем начальника цеха сварки кузовов на автозаводе, руководил фирмой, строившей Вознесеновский рынок, и был директором регионального представительства производителя пива. Послужной список, говорят, сыграл свою роль при выборе кандидатуры директора парка. Это человек-производственник, это человек-руководитель, у которого был опыт руководить большими коллективами на больших предприятиях. Критерий, что человек видит цель, человек понимает, в каком направлении двигаться, человек понимает, что такое себестоимость, у человека хороший авторитет в городе. Заместитель городского головы сообщает, городская власть планирует пересмотр некоторых моментов в уставе коммунального предприятия во избежание юридических и финансовых нарушений. Рабочая группа тем временем продолжит работу по изучению ситуации в Дубовой роще. Пока что не все документы о деятельности парка удалось увидеть. Первые шаги — это будут проверка коммерческой деятельности предприятия. То есть мы изучим состояние бухгалтерии, сделаем аудит, инвентаризацию всего майна, который здесь есть. После всей этой работы, связанной как с кризис-менеджером, да, то есть я так ее выполню сейчас, вот потом останется, ну, наметить основные пути развития этого парка. Пока что контракт с Олегом Комаренко подписан на 3 месяца. Если за это время руководитель войдет в курс дела и справится с поставленной задачей, договор продлят еще на 3 месяца.